Предприниматели Якутска обсудили итоги прошлого года и перспективы развития на год текущий. Озвучили данные проверки по выданным ранее субсидиям начинающим предпринимателям на предмет эффективности этих вложений. Выяснилось, что свою деятельность продолжают только 66% предпринимателей, получивших субсидии. Остальные прекратили свою работу по той или иной причине. Кроме того, сообщили, что 2016 для предпринимателей прошел в целом непросто. Но несмотря на это, за прошлый год налоговые поступления от бизнесменов Якутска выросли на 8%. Те показатели, которые предприниматели, скажем, показывают и которые у нас уже есть за 2016 год, я считаю, что предпринимательская среда прошла 2016 год достаточно успешно. То есть таких глобальных потрясений, как снижение количества предпринимателей или снижение, скажем, торговых каких-то объектов, нету. Понятно, да, что выручка предпринимателей снижается. Может быть, эффективность работы дорабатываться должна. Может быть, менять направление, но в любом случае предприниматели города Якутска, да и республики в целом показали то, что они действительно состоявшиеся уже предприниматели.